хочу вам показать вот этот супер оригинальнейший кран в этом отеле. Смотрите, вот здесь вот идет горячая вода. То есть все нормально, горячая. Здесь идет холодная вода. Вот, реально холодная. Вопрос, как говорится, в том, если ты хочешь теплую воду, что делать? То есть вот так вот надо, получается, два крана открывать и вот так вот делать себе теплую воду, да. Такие вот приколы. Кроме этого, кроме таких двух крутейших просто кранов, это вообще португальское, наверное, изобретение. Вот, они также есть еще и вот здесь вот наверху у нас. Это, видать, самый главный источник воды, тоже горячая, холодная. И здесь такая же горячая, холодная снизу. Что, теперь все. Смотрите, Анзор ТВ.